Ингушский боксер Альберт Хамхоев выступит на турнире по профессиональному боксу от Dustin Boxing. Вечер бокса пройдет завтра в Москве. Хамхоев на ринге будет биться с Юсуфом Мету. У обоих уверенная статистика по 10 побед и без поражений. Наш земляк, чемпион России по боксу в среднем весе, теперь сразится за титул WBA Азия и за пояс Европейского боксерского совета. Сегодня Альберт Хамхоев прошел церемонию взвешивания и битву взглядов. Пожелаем удачи нашему спортсмену. Подготовка моя, как и обычно, прошла в Москве, в центре прогресса бокса под руководством очень опытного именитого тренера Алика Дуриева. Вот, весь тренировочный лагерь, как мы и запланировали с ним, в таком темпе он и прошел. Сейчас уже закончилась весозгонка, только что взвесились. Все прошло очень удачно, уложился в вес. В данный момент чувствую себя очень хорошо, заряжен на победу. Вот. А про соперника что могу сказать? Соперник очень такой неудобный, корявый, высокий, длиннорукий африканец, без поражения. С тренером разбирали его бои. Вот. В принципе, ничего сложного в нем нет. Думаю, мы завтра в бою с ним разберемся. Иншаллах, победа будет за нами.